Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мастер Ловушек. Так, что это за сундучок? Давай посмотрим, что нам тут выпадет. А, ну-ка. Ага, отлично. Так, мы можем с тобой еще разблокировать. А, нет, это 10 минут надо ждать разблокировки. Так, здесь у нас донат, не будем ничего брать. Тут тишина, так. Прокачка, ребята, конечно, прокачка. Улучшаем, хватит нам. Это боксерская перчатка. Собственно, импрессионная. Окей. Так, урон по области. Запас прочности. Нормально. Она у нас используется. Плюс, вот это что такое, я уже забыл. Это электробашня. Наверное, я тоже ее улучшу. Уж лишним точно она не будет. 100% тебе говорю. Еще можно улучшить, давай. Пока деньги есть, надо улучшать. Так, а вот это что такое? Так, гильдетина. А это что? Что? Вот что это такое, ребят? Можем мне прочитать описание про нее дадите или нет? Нет, конечно. Какое тебе, Рэй, описание? Без описания пойдешь играть. Так. Давай это улучшим еще. Циркулярку. Можно еще улучшить. Так, она третьего уровня. Ну что, друзья, я, наверное, готов. Готов сделать вызов нашим врагам. Поэтому отправляемся. Хотя, подожди, какой отправляемся? Так, бесплатно не надо. Опачки. Улучшили карту? Улучшили. Почему награду не дают? Вот, совсем другое дело. Поехали. Ох, друзья мои, друзья. Мастер ловушек. Когда в бою станет слишком жарко, воспользуйся этим. Это вам пригодится. Это что это он такое мне подсовывает? Увеличивает силу атаки всех ловушек. Забрать. За видос, да? Так, ну что, я забрал. Так, давай потихонечку... Наверное, расставлять. Так, возьмем. Поставим сюда пилу. Сюда я, наверное, грушу поставлю. Я уже забыл, а что вот это вот делать? Бочка с хлопушками. Пускай стоит здесь. Так, это у нас огнемет. Вот сюда поставим. Так, электробашню. Слушай, нам надо сюда, наверное, поставить. Ну чё, давай смотреть. Вот они, воришки, которые хотят свистнуть наше золото, друзья мои. Да-да-да-да-да-да-да. Ох, там еще и летучки идут. Так, ребята, надо вот так, наверное, еще сделать. Ага. С первой волной мы справились. С первой волной. Не забывай, что еще есть вторая. Так, уровень навыка. С небольшой вероятностью противников с низким здоровьем забирает сумрачный жнец. Ничего себе. А это что? Противники, несущие самоцветы, постепенно теряют здоровье. Вот, хорошо. Противники, несущие самоцветы, постепенно замедляются. Не, давай вот здоровье. Нет, или жнеца. Давай жнеца. Пускай жнец нам будет, ребят, помогать. Так, и продолжаем. Возьму-ка я, наверное, еще одну бочечку вот сюда поставлю. Мне понравились ее хлопушки. Погнали. Ох ты. Это что за новички там? Я такого не видел, ребят, пират. Опа, жнец, видел, как он его? Тюх, подкосил просто-напросто, сразу же. А сейчас у меня камень рухнет, ребят. Если камень рухнет, это будет беда. Электрическая башня. Ой-о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 й, друзья, что же творится-то? Что же это творится-то, а? Ёк-макарёк. Друзья, вторую волну мы тоже с вами пережили. Давай возьмем что-нибудь из уровня навыка. Так, выпускает пули при синтезе ловушек. Одна пуля может поразить до 3 противников. Ух ты, ничего себе. А вот это что такое? Увеличивает скорость атаки всех ловушек. Ху. Конечно, вот это надо брать, друзья мои. Тут к бабке не ходи. Конечно, нужно брать это.
Такс. Давай улучшать, наверное, да? А, подожди. Улучшаем. Так, ё-моё, там главарь идет. Друзья, там идет главарь. Нет, не трогай мои камушки, гаденыш. Ракеты к бою ракеты. Сейчас сломают камень, ребят, сейчас сломают камень, блин. Не получится, не получится. Жарь, 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 жарь. На тебе, захотел. Захотел, ребята, уже. Уже вот рядышком почти уже взял он мои сокровища, но не тут-то было. Но не тут-то было, мы показали, что мы лучшие. Вот что мне подвернулось на улице. Вот, держи, это вам на удачу. Спасибо. Так, опять за рекламу. Ну ладно, давай. Так, ребят, получил я награду 147 микстуры. Забираем, забираем. Так, а это что такое? Идут злодеи. Так, друзья мои, ко мне идут злодеи, понимаешь? Так, что у нас тут? Сбор забираем. Угу. Так, выполнили задание. Забираем. Сундук. Ай, красота. Да блин, а можно как-то... А, сейчас время, наверное, кончится и... Я не знаю, микстура нам для чего нужна? Для чего нам нужна микстура? Без понятия. Так, ну что, идут враги. Вот такие вот. Тут, кстати, смотри, какой этот чувак. Этот чувак, наверное, очень быстро бежит. Ладно. Посмотрим, кто кого. Посмотрим. Ну что, друзья, моя очередная пещера. Давай расставлять. Надеюсь, моя схема сработает. Поставим так. Плюс огнемет. Ать. Ать. Волну-то я уже не могу. Ладно. Поставим хлопушки. Ох, я не завидую вражинам. Ох, я не завидую, друзья мои, вражинам. Ну что, поехали? Посмотрим. Вот он, бегун, бегун, бегун. Вот этот, ребята, очень скоростной чувак, по ходу дела. Джух, на. Получил боксерской грушей по лицу. Так ему и надо. Ага. Микстурки тут всякие. Эй, 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 эй. Родные, я внизу, внизу-то. Улучшаем. Улучшаем нашу ракетницу. Все, да? С одной волной мы справились. Так, с некоторой вероятностью ловушки могут... Оу, это понятно. Призывают бомбардировщики, которые защищают самоцветы. Нифига, ребята, берем бомбардировщиков. Вон он, сидит. Ты видишь, он сидит на наших сокровищах. Притулился. Это и хорошо, ребята. Возьмем сюда огнемет, поставим. Прокачаем до второго уровня. Блин, микстуры мало, не хватает. Не хватает микстуры, ты понимаешь? Бегут, 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 бегут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что? Этот, который бежит, он только и получает от нас. Блин, они сейчас сломают, друзья мои. Ты посмотри, что творит, а? Бомбардир прикрыл. Бомбардир прикрыл своим телом. Так, хорошо. Что у нас здесь выбирается? Так, противники, несущие самоцветы, постепенно, понятно, теряют. Так, получаете ману в начале каждого боя. Увеличит количество маны, получаем при уничтожении противника. Вот, я возьму вот это. Ману. Вот такая ракета у меня будет. О, какая красота, ребят. Циркуляра просто заоблачная. Поехали. Бегуны. Давай, 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 давай. Отлично. Так, летучки. Летучки.
Я валун, наверное, улучшу. Вот так вот. Пускай ломает теперь. Фиг, у них там что получится. Электрическую тоже прокачаем. Ой, ой, ой. И что, врагов-то так много? Что так много от вас? И не вздумай. Вот, надо было что-то еще сюда поставить. Ты посмотри, что творит. Ты посмотри, что он вытворяет, ребят. Ха, захотел он самоцветики стырить. Губежки еще, как говорится. На губах еще молоко не обсохло. Он делится, это радость. Возьми, хорошего дня. Спасибо. Забираем сундук, точнее открываем. Ну-ка, порадуй папочку. Ох ты, одна какая-то карта суперская, ребята. Так, пила. Пила. Мина. А что это такое? Что это за луч? Лазер какой-то. Ах вы мерзкие злодеи, я всех вас уничтожу. Ха-ха-ха, благодаря вам эти трусы некоторое время не будут на нас нападать. Ловушки установлены надежно, и я думаю, какое-то время мы будем в безопасности. А между тем, давайте вернем самоцветы, которые похитили эти коварные злодеи. Нужно следить за тем, чтобы вас никто не узнал. Поэтому давайте выберем псевдоним. Псевдоним? Ну давай. Нет, давай вот так вот. Псевдонимчик. Нормально? Подтвердить. Отлично, никто не узнает, кто вы на самом деле. А теперь призови на помощь наемников. Призвать наемников. Так, так, так. Ох, ёк-макарёк. А в режиме ПВП вы либо нападаете, и вам с помощью наемников нужно будет похитить вражеские самоцветы, либо обороняетесь, и тогда вам нужно будет расставлять ловушки, чтобы защитить свои самоцветы. Не буду докучать вам деталями, лучше попробуйте сыграть сами. Так, ребят, ищем противника. То есть это реальные, да? Твою налево. Я играю против Панзера. И что же я буду? Я буду воровать. Ребят, я ворую. Эх. А он уже выставляет. Все, ребят, я побежал. 65. Слушай, они же у меня не прокачанные. Увеличь скорость игры. Мы тырим, тырим, тырим потихонечку, ребята. Тырим потихонечку. Нифига себе он. Эти очень. Так, вы забрали самоцветы. Ага. Все-таки я выиграл, друзья мои. Я свистнул у него самоцветы. А правильно, по делу, маму. Вот что мне подвернулось на улице. Я понял. Слушай-ка. Тут уже и ПВПшка есть, оказывается. Управлять наемниками. Прокачка есть, друзья мои. Есть прокачка, прикинь. Кто бы мог подумать, что здесь есть такой режим. Я даже не знал, ребят. Ну, мы пока с тобой будем основную сюжетку проходить. Заберем тут наградушки наши. Сундучок. Так, вот это, что вот это такое, а? Какие-то билетики получаем. Что они дают, я без понятия, ребят. Ну что, восьмой этап у нас. Знаете, что я сейчас тупанул? Хорошие привычки упрощают жизнь, а хорошие навыки упрощают битвы. Согласен. Бомбардир забрать не надо. Я забыл поменять. Я хотел попробовать, ребята, новых этих. Как тебе сказать-то? Ну ты понял, да? Новых бойцов, вот что. Хотел попробовать и забыл. И забыл я это попробовать. Вот так вот бывает. Ну что, вызываем? Погнали. Кто у нас тут? Вот такие вот простушки бегут. Кстати, вот чего я не сделал, так это не прокачал я огнемет. Точно.
Не прокачал я огнемет. Он стоит 125 маны. Ты серьезно? Парниша, 125 маны. А может быть, он того стоит? Проверим. Так, первую миссию прошли. Ну, как бы, первый этап. Так, противники, это понятно. Шанс двойного синтеза при осуществлении синтеза. Что за синтез, не знаю. Постепенно замедляется. Да, пускай они постепенно лучше замедляются. Самоцветов у нас нет, поэтому сразу переходим к поединку. Слушай, слишком дорого мне этот огнемет вышел. Я 125 маны на него потратил, ты прикинь? Ага, ну он стоит. Ты посмотри, как он жарит. Ёк-макарюк, ребята. Он солидно жарит. Слушай, а внизу-то у нас никого нету? Ха-ха-ха. Молодец, Рейчик. Внизу-то ты никого не поставил? Сейчас получим с тобой тут по первое число тогда. А что этот летает, как этот бестолочь какая-то. Так, уровень третий. Увеличит количество маны при уничтожении, да, при уничтожении противника. Естественно, манну, ребята. Потому что чем больше мы противников убьем, тем больше мы маны... Ох, ёк-макарёк, здоровяк идет, ребята, здоровяк бежит. И бегун, и здоровяк. И бегун, и здоровяк, давай я так вот грушу. Ага. Так, сюда вот так вот сделаем. Слушай, ну он хорошо бомбит. Груша бомбит вообще замечательно, ребята. В плане, а сфига ли жиробас перепрыгнул-то, просто взял и спустился вниз. Просто спустился вниз. Ему захотелось, видите, внизу погулять. Вот и все, вот и получил свое. То есть ты хочешь сказать, что еще будет? Ё-моё. Так, усиление атаки. Увеличивает силу всех ловушек. Увеличивает скорость всех ловушек. Нет, я, наверное, силу. Силу всех ловушек. Поставим сюда еще электрическую и... А, не хватает маны, понял. Ребята, четвертая волна. А, тут 5 волн! 5 волн! Ёк-макарёк. То есть раньше было 2-3, а сейчас 5. Слушай, огнемет вообще бомба. Бомба, я тебе говорю, огнемет. Ну-ка. Да что ты... Нет, ребята. Я на это не подписывался. Бомбим, бомбим, бомбим. Так, опа. И это еще не конец, друзья мои. Еще будет волна. И еще будет волна. Поэтому пилу прокачиваем. А максимальный уровень тут, по-моему, 3-й, да? Насколько я могу понимать. Поехали. Ну, 2 ракетницы, если ставить, вообще, ребята, круто будет, по идее. Нет, 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 нет. Вы не возьмете, не возьмете вы мою эту башню. Она слишком крутая. Так же, как и огнемет 3-го уровня, смотри, как жарит. Окей. Да, нельзя, ребята, выше 3-го уровня поднять наши ловушки. Ай, как хорошо им там достается. Ты посмотри, они ничего не будут делать. Все, ребят, просто на изи разбираем их. Дай-ка вот так вот. Оп. А чё он такой? Ты посмотри, я только сейчас... Ну-ка, срочно. Ничего себе он. Ты посмотри. Ого. Мощный мужик, мощный, ребята. Найди сундук удачи. Ну вот этот, например. Угу. А, последний, да? Ну вот этот. Фиг там, блин. Фиг там сундук удачи. Я не очень удачливый по этим сундукам. Так. Это я понял. Так, открываем. Открываем сундук. Слушай, а вот тут что у нас? Пропуск ловушка активировать. А, это у нас донат. Все, я понял, ребят. Так вот, что я хотел? Я хотел посмотреть на наши новые ловушки. Во-первых, мы можем прокачивать с тобой. Но тут еще вот есть, смотри, какая. Я вот не знаю, ребят, может быть, нам ее взять вместо, ну, например, использовать вот сюда. Я не знаю, что это такое, поэтому наш вариант, естественно, лазер. Написано лазер. Урон. Неплохой. Неплохой урон.
Вот, что у нас тут? Гильотина, мина, ну мину мы видели. А вот это что? А это что такое? Информация. Выпускает струю холодного воздуха, когда приближается враг, и замораживает ближайших противников. Это как, кстати, карта эпическая, так же как и лазер, так же как и бомба. Я, наверное, думаю, что мы возьмем с тобой и поставим снеговика вместо... вместо... вот так вот. Я думаю, никто не будет возражать. Да. И вот здесь вот мы с тобой еще сделаем небольшое улучшение. Так как эта пила стоит на земле, соответственно, враг бежит по земле и, соответственно, будет получать достаточное количество урона. Кстати, скоро уровень получим, нам буквально не хватает одной вот такой прокачки. И получаем уровень. Четвертый. Да, друзья мои, в награду нам дают 10 самоцветов. Умножить на 3, давай. Так, ну что, друзья, 30 самоцветов я заработал. Это круто. Я, правда, не знаю, куда эти самоцветы тратить. Ух ты, я могу еще... могу же? А, не хватает, видимо, да? Или хватает? Непонятно. Ты посмотри еще, какие тут карты будут. А? Таких у меня еще и нету в помине даже. Таких даже в помине... Ох ты, бесплатный сундук, смотри. 750. Золото бесплатно. Даже без этого, без рекламы. Так, отлично. Ну, это нам не нужно. Так, ну что, погнали. 10 уровень, ребята, босс. Босс будет, ну-ка посмотрим, кто здесь. Ой-ой-ой, я не знаю, стоит ли нам с тобой вот эти вот эксперименты делать, которые мы... А, была, не была. Была, не была, ребята. Риск, благородное дело. Так, хорошие навыки. Не надо. Так, значит, сделаем огнемет. Сюда бочку. Блин, снеговик он, я не знаю, он будет... Что он будет делать, снеговик? Стоп. Лазер. Ну, так вот мы проверим. Поехали. 10 волн, вы серьезно? 10 волн, ребята, нужно простоять. Ёк-макарёк. Вы издеваетесь надо мной, да? 10 волн, тут, наверное, никто не устоит. Я даже боюсь представить, что сейчас здесь будет твориться. Тут просто будет кромешный ад. Просто, ребята, кромешный ад. Серьезно тебе говорю. Ладно, с первой волной это самое легкое. Тут даже не обсуждается, ребят. Так, давай смотреть. Ускорение атаки. Да, ускорение атаки берем. Все. Сразу же в поединок. Погнали. Вторая волна из 10. Переживем ли мы с тобой этот бой? Ну, этот бой, да. Но переживем ли мы вообще вот этот вот? Блин, надо, наверное, снеговика... Нет, сюда бесполезно его туда ставить. А, сломали. А вот как лазер работает. Вот как, друзья мои, работает лазер. Все, пипец, я туда поставить не могу валун. Так, усиление атаки, бомбардировщик возьмем. Пускай стоит. Лишним не будет он, поверь. Твою налево, это только третья волна, уже босс идет. Маленький пока, слабенький, но он идет. Слушай, лазер мне нравится. Лазер и огнемет, это что-то такое имбовое. Да? Снеговик такой. Опа, вот так вот он замораживает. Ты посмотри, один пройдоха все-таки умудрился пройти, правда там этот бомбардир нам помог. Так, награда за поражение. Премиальная ловушка. Давай. Четвертая волна, ребят. Так, надо будет лазер прокачать. Почему-то мне лазер понравился.
Лазер мне понравился. Так, боксерская перчатка. Блин, надо какую-то стенку ставить. Надо какую-то стенку ставить, но в плане того, чтобы она сдерживала. Окей. Допустим. Пилу сюда влепим. Погнали. Это пятая. Половину на мега мы уже с тобой, так скажем, прошли. Дело за малым. Продержаться до конца. Ты не забывай, что у ловушек есть, ребята, время работы и время перезарядки. Так. Давай сюда вот улучшать. Тихо. Боксерская груша, бомби. Так, мышь летучая все-таки. Все-таки, на. Нет, ребят, не получилось. У мыши летучей ничегошеньки. Что-то мне подсказывает, что надо вот здесь, наверное, все-таки снеговика тоже ставить. Так, двойной синтез снайпера. Что такое снайпер? Снайперы постоянно атакуют одну мишень. Какие снайперы? Какие снайперы? Не знаю, ребят, давай проверим, что за снайперы атакуют одну, постепенно одну из мишеней. У меня нет никаких снайперов. Оу! Ты видел? То есть снайпер это получается, ну как бы... Чувак по умолчанию. Давай так вот грушу. Пумс. Все-таки, наверное, надо... Вот сюда ставить. Так, бомбардировщик. Тяжелый самоцвет. А это что такое? Во. При уничтожении противника, чтобы у нас было больше маны. Я думаю, что это оптимально. Тем более сейчас пойдут враги. Хо-хо-хо. Сам понимаешь. И манна нам нужна. Давай. Снайпер хорошо, ребят, помогает. Правда, ну, не так часто стрелять, но он помогает. Ага. Отлично, огнемет прокачиваем. Вызываем следующую волну. Ребята, восьмая волна из 10. Мне нравится, что заморозка идет. Груша уже прокачана. А, вот здесь не прокачана. Прокачиваем здесь. Вот заморозку поставлю сюда. Ты посмотри, что бомбит и бомбит. Бомбит и бомбит. Я не могу ничего здесь сделать, друзья. Окей. Так, это уже следующий уровень. К мане в начале боя. Бомбардировщик, награда за поражение. Появляется ловушка. Интересно. При уничтожении определенного количества врагов появляется ловушка. Это что еще за фокусы такие? Давай, родные, жарим. На. Так, а у нас лучи прокачанные, лазерные? Нет, конечно. Конечно, не прокачанные. Вот этот мелкий хмырь бежит, но я... Добегался, а нифиг. Так, ну что, друзья, сразу следующая волна, что ли, получается? Сейчас снеговика качну чуть-чуть. Так вот, поехали. Последняя, это, ребят, последняя волна, кстати. Здесь должен быть мега-босс. Я даже боюсь представить, что здесь будет за мега-босс. Но он будет. Ёк-макарёк, ты посмотри, что тут вытворяет. Ты смотри, чё... Ай. Ай-яй-яй, нифига не... Ты посмотри, смотри, что делать. Ты посмотри, что творит, а?
Давай-давай, есть. Он был близок к тому, чтобы вытащить наш самоцвет, но мы его все-таки, ребят, подбили. Отлично. Просто прекрасно. То есть мы прошли с тобой еще одну волну и должны, по идее, перейти. Оу, случайно эпическая карта, а ну-ка. Бочка. Неплохая карта, между прочим, бочка, мне нравится. Разработчик игры прислал вам письмо. Вам нравится игра? Ну, конечно. Так, позже. Так, заберем здесь награды. Опа. 300. И что еще? Что? Опа, ребята, мы забираем здесь. Получить. Ух ты. Это, по-моему, ребята, терновый куст. Насколько я помню. Терновый куст. Замечательно. И вот, ребята, у нас следующий. Следующая пещера. Так, на 5 уровне, как ты видишь, будет босс. На 10. Ох ты, 10. Тут, ребят, 15 уровней. 15 же, да? 15. Трэш. Ну что, поехали? Ой. Глянем, кто тут? Кто? Летучие мыши, слизень какой-то тут непонятный. Давай глядеть. Что это за хмырёныши такие мелкие? Злодеи все идут и идут. Им нужны самоцветы. Нужно размещать ловушки более эффективно. Вы можете заменить ненужные карты другими, но вам придется потратить 20 единиц маны. Принесите ненужные карты в мусорную корзину. Так, подожди. Отлично, следите за тем, сколько маны у вас останется, когда выбрасываете карты. Зашибись. Кто сказал, что я хотел тут что-то выбрасывать? За меня взяли, решили, главное, все, да? Ну ладно. Куда ты снеговика-то поставил, господи, Рэй, ну. Че, ребят, попробуем? Посмотрим. Так, новые какие-то у нас тут работяги. Идут довольные такие, да? Все им по барабану. А на деле-то ничего не по барабану. На деле-то мы их вжих, просто уничтожаем. Вот так вот я поставлю сюда. Боксерскую перчатку прокачиваем. Так, уровень навыка. Метеор, а что такое метеор? На землю падают метеориты и наносят урон врагам. Прикинь. Вот это по мне. Так, давай дальше. Бегут шалопаи. Блин, бомба упала куда-то не туда, куда надо. Бомба упала не туда, куда надо. Слушай, они уже внизу. Они уже внизу. Это что за дела, ребята? Эй! Эй-эй-эй! Ну, хорош! Так, к мане в начале боя. Не, ну такой расклад, конечно, мне... Блин, а самоцвет-то они оставили здесь, ребята. Чего не хватает манны? Самоцвет-то, они же его могут стырить, друзья. Понимаете? Вот, они сейчас возьмут его. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И, по-моему, сфейлимся мы сейчас. Осталось два самоцвета. Куда ты лезешь? Предупредили, надо. Один самоцвет остался, прикинь. Да, ребята. Это что такое? Я боюсь даже представить, что будет дальше. Сильный расхититель могил. Разблокирован новый монстр. Сильный расхититель. Да уж, я уже понял, ребята. Я на 63-м месте по рейтингу стою. Серия побед одна.
А что это так, вот это такое? Нимфу не почитать. Легендарная ракета Улей. Я бы с удовольствием хотел бы посмотреть на ракету. А это что такое? Охотничий лук. Выпускает стрелы, которые отталкивают противников. А это? Выпускает путин, который замедляет противников. Очень полезно в бою против быстрых врагов. Да. Пушки. Тут еще нормально так. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!